Здравствуйте, меня зовут Бондаренко Роман. Уважаемые ветераны, позвольте поздравить вас с великим праздником, Днем Победы. Сейчас я вам зачитаю отрывок из стихотворения Эдуарда Осадова «Письмо с фронта». Когда ты вместе незнакомым воюешь на передовой, так хочется связаться с домом, письмо отправить, что живой. Мама, тебе эти строки пишу я, тебе посылаю сыновий привет. Тебя вспоминаю, такую родную, такую хорошую, слов даже нет. Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку, немного лентяя и вечно не в срок, бегущего утром с портфелем под мышкой, свистя беззаботно на первый урок. Грустила ты, если мне физик бывало, суровую двойкой дневник украшал. Гордилась, когда я под сводами зала стихи свои с жаром ребятам читал. Мы были беспечными, глупыми были, и все, что имели, не очень ценили, и поняли, может, лишь тут, на войне. Приятели, книжки, московские споры, все сказка, все в дымке, как снежные горы. Пусть так, возвратимся, оценим вдвойне. Прошу вас, храните солдатские письма. Они и просты, и порой грустны. В них столько надежды и вечного смысла. Прошу вас, храните солдатские письма, тревожную память людской доброты.